Сотрудничество компании «Аквафон» с Абхазским государственным университетом длится уже 11 лет, с марта 2006 года. На протяжении всего этого периода «Аквафон» ежемесячно выплачивает стипендию двоим лучшим студентам из каждого факультета АГУ, успешно прошедшим собеседование с комиссией, утвержденной «Аквафон». Ректор АГУ Олег Угварамия выразил большую благодарность учредителям гранта, отметив, что получение стипендии – это очень важное событие в жизни каждого студента. Искренне благодарен руководству «Аквафон», которое так доброжелательно относится к нашим студентам. Может быть, это по российским меркам не такие уж большие деньги, но это подспорье для наших студентов. И моральная сторона тут самое главное. Я думаю, что и в новом фактически здании, и по-новому очень многое мы будем пересматривать на будущее. Сохранили университет и сегодня стоим твердо на пути развития. Стипендиальная программа «Аквафон» была создана с целью поощрения студентов, достигших высоких результатов в учебе и принимающих активное участие в общественной, творческой, спортивной и студенческой жизни своего «Альма-Матер». И теперь, спустя 11 лет, стипендия, помимо хорошего стимула для учащегося, стала еще и теплой традицией, поводом собраться раз в год в дружеской атмосфере. Вот и сегодня сотрудники компании «Аквафон» в торжественной обстановке вручили сертификаты и конверты с заслугами. Заслуженной стипендии очередным умницам и умникам. Хочу сказать большое вам спасибо компании «Аквафон» за столь большое внимание. Хоть вы говорите, что это мало всего, но на самом деле нет. Для нас, как студентов, это очень большое подспорье, стимул, чтобы учиться все лучше. Хочу сказать огромное спасибо компании «Аквафон» за предоставленную возможность и за предоставленную возможность мне уже второй год быть стипендианткой компании «Аквафон». Это огромная мотивация для студентов. С момента старта проекта «Аквафон» дважды увеличивал размер стипендии. В 2006 году 500 рублей, в 2007 году 1000 рублей, а в 2009 году сумма была увеличена до 2000 рублей. За время существования программы более 150 лучших студентов АГУ стали стипендиатами компании, большинство из которых сегодня являются специалистами с успешно сложившейся профессиональной судьбой. Именно к этому и стремятся нынешние студенты АГУ. Для меня этот университет действительно значит очень многое. Я очень люблю изучать историю, в особенности историю нашей страны. Для меня история – это знание не только прошлого, но и также построение нашего будущего. Именно поэтому я выбрала эту профессию. Что касается стипендии, которую я получаю впервые в этом году, то мне безумно приятно быть стипендиантом мобильного оператора «Аквафон GSM». Это большая честь для меня, также это большая честь для моих родителей. Мне безумно приятно быть частью той небольшой того небольшого количества людей, которые собрались сегодня в данной аудитории. Идея поддержки студентов госуниверситета в 2006 году впервые возникла у нынешнего руководителя отдела рекламы и внешних коммуникаций Геты Арзенба, которая тогда только начала работать в компании «Аквафон». Она убеждена, что это один из самых важных проектов компании, ведь помощь молодежи сейчас – это вклад в будущее страны. Ощущение такое, отчасти такой, знаете, семейственности уже. На самом деле 11 лет, немногие проекты в стране столько длятся. И для компании «Аквафон» это рекордная цифра, это самый долгосрочный проект в сфере социальных инициатив нашей компании. И это не было бы возможным, если бы не было вот такого к нам особенного чуткого отношения со стороны руководства вуза. У всех организаций, и в семье, и вообще в обществе много разных проблем. Но когда ты видишь, что вот в каком-то объекте идет работа, и есть результаты зримые, ощутимые, то есть мы каждый год собеседуем порядка 50-60 студентов, то есть у нас есть выбор, кому отдать предпочтение. Отрадно, что проект стипендии «Аквафон» в АГУ не только живет, но и развивается. В 2014 году руководством компании было принято решение об учреждении еще одной персональной стипендии имени Умара Бейгуа, писателя, ученого, одного из видных лидеров кавказской диаспоры. Эта стипендия адресована студентам из числа репатриантов и нацелена на поддержку их интеграции в наше общество. В этом году стипендии имени Бейгуа удостоились только двое студентов.
студентов, один из которых становится стипендиатом «Аквафон» уже третий год подряд. Я сам кабардинец, у меня мама абхазка, поэтому сюда приехали. Когда приехали, закончил 11 класс здесь в Абхазии и потом поступил в университет. Это для меня очень много значит. Она заставляет, чтобы показать самое лучшее, что у нас, и тоже стимулирует дальнейшую хорошую работу. Я увлекаюсь музыкой, я сейчас накапливаю эти деньги, хочу хорошую гитару купить себе и научиться играть. К слову сказать, «Аквафон» ежегодно выделяет 8 стипендиальных мест специально для студентов-репатриантов. На Лакове Леонад Либо, Абхазское телевидение.